Друзья, в продажу поступает Nissan Pathfinder 2007 года на дизельном моторе 2,5 литра мощностью 174 лошадиные силы на автоматической коробке передач на полном приводе автомобиля. Отличная комплектация автомобиля, имеются противотуманные фары. Также в автомобиле имеются омыватели, форсунки, фар. Также в автомобиле стоят литые диски на хорошей летней резине. Также в автомобиле установлены подножки, рейлинги, ветровики. В автомобиле имеется бесключевой доступ. В салоне автомобиля у нас полностью кожаный салон. Автомобиль у нас имеет 3 ряда сидений. Также в автомобиле установлен люк. Установлена штатная аудиосистема с экраном. Также у нас есть регулировка печки отопителя. Также у нас имеется климат-контроль, имеется кондиционер, регулировка полного привода, центральный замок, подогрева передних сидений. Также у нас имеются подстаканники, подлокотник, бесключевой доступ, мультируль, электрорегулировка зеркал, привод складывания зеркал. Также у нас имеются 4 электростеклоподъемника, блокировка стекол, память сидений водительской стороны, регулировка передних сидений, электрическая. Сзади у нас для пассажиров удобное посадочное место. В дверных картах имеются кармашки. Также у нас имеется подлокотник для задних пассажиров для удобства. Также у нас выведена регулировка отопителя печки, климат, вентилируемые отверстия. Автомобиль у нас в хорошем техническом состоянии, косметическом, имеется камера заднего вида. Также в автомобиле установлен фаркоп, либо прицепное устройство.